Дорогие рукодельницы, для создания нашего бычка вам потребуется совсем немного пряжи. Пряжа может быть двух цветов. Видите, у меня бычок из двух цветов. Он может состоять из другого цветового решения. Он может состоять из самых-самых маленьких кусочков, которые у вас остались, вы не знаете, куда девать. Это будет разноцветный бычок. Творите, не ограничивайте свою фантазию. Символ года обязан быть в каждом доме.